Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про настольную игру «Тачки 2». Игру могут играть от 2 до 4 человек возрастом от 4 лет. Игра хранится в картонной коробке. Внутри игровое поле. Также в наборе 16 игровых фишек, которые крепятся с помощью пластиковых подставок. В команде каждого игрока 4 автомобиля, которые он должен как можно быстрее довести до финиша. Для этого вы должны по очереди бросать кубик с помощью специального устройства. Также в комплекте правила игры на 10 языках. Выбирайте себе тачку и мчитесь к победе!